Здравствуйте, дорогие друзья! Прошел год. Это Артем Горбунов из Санкт-Петербурга. Меня зовут Артем Горбунов. Мне 7 лет. Я живу в Питере. Артем жил, занимался и учился в Санкт-Петербурге. Весь год посещал индивидуальные и комплексные групповые занятия по подготовке детей к школе. Артем пришел к своему результату. Ты маме дома помогаешь? Да. Что делаешь? И слушаю, и мою полы, и мою посуду. Ух ты, круто! Понятно. Куда любишь ходить? В школу и детский сад. Что ты здесь в школе-то делаешь? Занимаюсь с тобой и стихи учу. А еще что? Рисование хожу еще и математику. 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 Стихи учишь, стихотворение расскажешь? Не бегу, гроза, закрывай глаза. Дождь прошел, трава блестит, небо радуга станет. Катя, во сколько вы начали бить тревогу по поводу речи Артема? Год. Что вас напрягло? То, что ребенок совершенно не говорит никаких слов. Вообще никаких? Вообще никаких. То есть это были просто звуки, а как таковых слов... Просто он не говорил. Вообще мало родителей, которые вот начинают бить тревогу. А что врачи говорили? Ну вот именно, что врачи ставили задержку психоречевого развития, поэтому мы как-то начали лечиться, устранять эту проблему. Читать ты умеешь? Умею. Умеешь? Прочитаешь что-нибудь, тетя Лена? На лу. Вот лучок. Тут бродит собака, дружок. Как удались вам занятия с ребенком? Это было легко, это было не совсем легко. Это было очень сложно. Почему? Ну, во-первых, я не педагог, а во-вторых, ребенок не хочет заниматься, его нужно заинтересовать, настроить, ну и заставить заниматься. Это очень сложно, и потом результаты они не сразу же видны. Все равно есть стимул заниматься, когда тут же получаешь какой-то результат. Поэтому сложно. Результата быстро не бывает. Не было. Не было. Что ты любишь больше всего есть? Макароны. Чем? С курицей. С курицей? Это твое любимое блюдо? Да. А еще что любишь? Чай. Хорошо. Какое сейчас время года, Артем? Весна. Весна на картинке. Весна. Весна. Почему ты решил? А тут снег. А тут... Тут тает снег. И тут растет трава. На дереве растет. Растут. Растут. Почки. Почки. Только почки распускаются. А после весны что наступит? После весны наступит лето. Лето. А какие времена года ты знаешь? Я знаю зиму, осень, лето, весну. Весну. Что идет после зимы? Весна. Весна. После весны? Лето. После лета? Осень. И что осенью с тобой будет? Пойду я в школу. То, помимо, да, вот лечение, что еще было в жизни Артема? Поначалу мы лечились, пытались заниматься с логопедом, но как-то не было результата. Потом уже сменили лечение, сменили логопеда, пошел прогресс. Сейчас Артем какой? Хороший. Он разговорчивый, он активный, он общительный. В общем, такой, какой он должен быть в своем возрасте. Это учитель или собственно родного ребятеныша. Да. Понятно. Кем мечтаешь быть? Пожарным. И спасать людей, и снимать кошек. Почему? Потому что... И так и про рыбу думал. Напишем что-нибудь. Ворона. Придумай предложение со словом ворона. Ворона сидит на нас.
ворона на носу. У нашего Мирона на носу сидит ворона. Я поняла. Давай не будем ворону сажать на нос. Давай, ворона сидит на чем? На ветке. На ветке. Пиши. А? Сидит. Си. В конце предложения ставится что? Точка. Где? Тут. Ну вот, учителю. Прекрасно. Ну и последний вопрос. Вы довольны результатом? Да, очень довольна.